Называется «Сходил за хлебушком». Дешевый хлеб $3. У нас такого нет. Трубочки с кремом. В KFC заезжали. Супчик. Картошка. Ну и, конечно, крылья, бедра. Тут такой салатик интересный, вкусный. Что-то там сладкое. Здесь куча-куча всякой нарезки. Мясо, колбаса, докторская и всякое. Здесь не знаю, что. Еще одна баночка этой капусты, не капусты. И пончики вкуснейшие. Ну, а тут чего только нет. Всякие чипсы, не чипсы, сыр. Тут куча сыров и кругленькие, и твердые сыры, какие-то пюре яблочные, колбаска обалденно вкусная, печенье похоже, всякие разные, внуку в школу с собой давать. Пончики вообще обалденные, вкусняцкие. Есть такие, а есть шарики. То ли перчики, то ли нектарин, наверное, скорее всего. Ну и, конечно, клубника обязательно. Помидорки черри, пару пачек. Они хоть и подороже, но вкусняцкие сильно. Ежевика и разные тортики, не тортики, пирожки, три вида, и все это будем запивать небольшим количеством жидкости, газировки. Почти все без сахара. Ну, это пивасик немножко. Чуть-чуть. Эх, чего только нет. И пепси.